У24М появился шанс ускорить внедрение в производство технологии литий-ионных аккумуляторов SemiSolid. Компания 24M смогла привлечь $21,8 миллиона, что должно помочь ей ускорить внедрение в производство технологии выпуска литий-ионных аккумуляторов SemiSolid. Разработанная специалистами 24M технология SemiSolid была представлена еще в 2015 году. С тех пор компания использовала собственную полуавтоматическую пилотную установку, чтобы существенно улучшить конструкцию ячеек и подготовить разработку к производству. Как утверждается, теперь все готово к глобальному масштабированию уникального, экономически эффективного и недорогого подхода к усовершенствованному производству литий-ионных аккумуляторов. Техпроцесс SemiSolid, в котором в качестве обрабатывающего растворителя используется электролит, устраняет многие капиталоемкие и энергоемкие этапы. Новая конструкция ячеек устраняет необходимость в значительном количестве элементов из неактивного материала, что приводит к выигрышу в характеристиках и затратах на производство. Кроме того, удается повысить удельную энергоемкость ячеек. Актуальность разработки растет в связи с переходом автомобильной отрасли на выпуск электромобилей. Одним из инвесторов 24M в новом раунде финансирования выступил ведущий производитель керамики Kyocera Group.